協力が欲しいでな。ご健康であるじゃなくて、ご挨拶をしましょう。だから、ご挨拶をしましょう。ホールに入ってきたら、こういう路上に入ってきたら、皆さん、ご挨拶をしましょう。こうやって手を、挨拶で握手かな、しますよね。それで、ここの人差し指同士が脈に触れています、お互いの。Если пульс спокойный, то этот человек ничего вам плохого не хочет. Либо если было волнение, и когда он тебя за руку взял, волнение так успокаивается, пульс успокаивается, значит, человек волновался перед тобой, встречу перед тобой, это же, был, например, там и выше по рангу человек, да? И ниже по рангу он волнуется, когда встречается, допустим, да? А потом пульс успокаивается. Если сначала, То есть рукопожатие, оно не просто так. И поэтому видели, я когда захожу в зал, сколько бы ни было народа, с кем я успею, я всегда поздороваюсь. Бывает лишнее волнение у человека перед тренировкой. И человек успокоился, за руку подержался, успокоился и будет тренироваться. で、皆さんとご挨拶、握手をする中です。もしかしたらその中の何人かが、落ち着きを取り戻して、それでトレーニングに入っていけるということもあるんです。поняли? どうでしょう? Если есть какая-то проблема у вас, вы боитесь примерно зайти в зал и тренироваться со всеми. もし例えば、ね、トレーニングがあーとか思ってる人がいたら、Придите пораньше, за 5 минут, встаньте у дверей и со всеми поздоровайтесь. Даже если был человек расположен к вам не очень хорошо, вы увидите, у него поменяется к вам отношение. Да, в этом айзат-сыр-накаде, как-то айзат-сыр-накаде,